Представляете, выхожу из поезда, и первое, что вижу, этот ваш грандиозный, этот ваш вот этот знаменитый, вот этот ваш бомж. Так мне понравился. Стала за ним наблюдать и сразу поняла, что это, знаете, вот бомж моей души. Вот он из урны те же предметы доставал, что и я бы выбрала. И знаете, я даже думаю, что это мое сакральное животное. Бомж. Вот мне все то же самое нравится. Птицы, свобода, не работать. Вот это вот все. И вообще меня с детства родители учили, что животным нужно помогать. Вот иду я, значит, по дороге. Сидит котик, маленький, беспомощный, лижет себя. Вот я и решила помочь. У меня-то площадь язычка побольше. Математика доброты. Будем делать все как обычно, все как обычно. Только соскучившись, будем делать все как обычно. Ребята, я считаю, мы уже друзья. Вот, и мне понадобится ваша помощь. Тут такая ситуация для следующего номера. Попрошу кого-то из мужчин в зале помочь. Вот кто готов прям выйти на сцену, самореализоваться? Есть такие? Девушка там руку опускает. А что мне нельзя? Извините. Поддержите вот человека смелого. Давайте, вот томанную кашку с Редбулом кушали. Вылетайте сюда. Так, знакомьтесь, сцена. Добрый вечер, о, какой, гляньте. Не видно ничего, вот артисты, мы так работаем, смотрите. В общем-то, впервые вижу человека, вы в этом убедились. Я его сейчас напугаю, чтобы 100% вы понимали. Отвернитесь, пугать вас буду. Не волнуйтесь, не от вас. Не от вас. Я постараюсь родить максимально похожего на вас. Но я ни 3D-принтер не обещаю. Ладно, давайте познакомимся с вами сначала. Как вас зовут? Игорь. Игорь, с микрофончиком работаете? Супер. Ну, к сожалению, это имя не подходит. У меня просто так бывшего звали, ничего лишнего. Давайте, может, вас как-то ласково, вот эта женщина, которая не пускала, называет. Может, ну, может, как-то по-другому есть? Ну, да, Зая. Фу! Как совпало, прям как моего бывшего. Тварь! Ну, просто, ну, извините, что я... Да подойдите, не волнуйтесь, я за попу не щипаю, не бойтесь. Домой сможете вернуться к жене, а не... Да. В общем-то, просто у меня с бывшим сложные отношения были, извините, что возвращаюсь к этому. Я однажды его так хотела, знаете, по попке хлопнуть, а получилось по лицу. Там просто легко перепутать было. Честно, не принимайте близко к сердцу, просто я очень жесткая женщина. Я, ну, прям такая жесткая, с паяльником все время хожу там. Знаете, если номер надо записать, я прям на коже паяльником, да? У меня даже отчество Улицевна. Потому что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. С семьей моей уже знакомимся, да? Бабушка вот в тюрьме сидела. Ну, где место уступили, там и сидела. А вот вам, например, какие женщины нравятся? Можете жену описать, чтобы вам плюсик там дал. Красивая. Красивая? Так это ж вы меня описываете, что ли? Просто это прямо про меня, знаете, я даже мечтала родиться темнокожей. Черный же стройнит. А еще, знаете, как бонус верующая. Вот, ну бонус же, да. Вот на Пасху сделала маникюр с иконами. Так после... Ну, давайте, занимайтесь своими делами, шутку дайте рассказать. Маникюр с иконами сделала, так арабы, которые мне руки целовали, в православие обращались. Да. А чего вы отходите от меня? Я же... Не волнуюсь. Жена, можно мне? Нормально? Девушка, кто там?
прелесть тоже. А у вас паспорт с собой? Давайте ручку. Это игра, извините. Мы должны сделать то, что делают по нас... Вторую ручку дайте. Отлично. Актерское мастерство. Теперь мы сделаем то, что делают по-настоящему влюбленные пары. Возьмем кредит. Про любовь же. А вы из Чернигова, да? У вас тут и квартира есть. Так что, к вам? Можно это? Просто я очень суеверная, знаете. Я согласилась к парню поехать домой, чтобы перед сном сказать: «Сплю на новом месте, приснись жених невесте». Ой, это было самое необычное начало секса в его жизни. Ну и последнее, вот для вашей жены тест на ревность. Вы ревнивый человек? Микрофон вам дать? Ну, пожалуйста. Вы ревнивый? Просто, ну, я люблю ревнивых. Мне вот, я чувствую, из зала кто-то на попу смотрел. Я тут просто ресничку нашла. Ладно, шучу, у меня там счетчик просмотров, как на Ютубе. Даже можно рекламу размещать. Обычно я рекламирую штаны. Вот вы по моей наводочке, да, с моих ягодиц прямо. Да? Ладно, все, не волнуйтесь. Вы в семью заберете назад, все нормально. Спасибо большое, поаплодируем Игорю. Прекрасное имя, спасибо за помощь. Они посмеялись, и все было мало. И делали вид, будто друг и дыми. Она замолчала и строго сказала: «Ты это шутил, други». Какие вы прелести, не могу. Всем бы таких черниговчан. Вы, наверное, вот подумали, что я там какая-то дурашка-балавашка, эти, вот это вот все. Но нет, на самом деле меня волнуют серьезные вопросы. Например, есть ли жизнь после смерти? Есть ли за вторым подбородком второе лицо? И не оно ли фотографируется на паспорт? У, это вы! Коллектив интуитивного юмора. Мы слышали Гагару. Спасибо, спасибо, спасибо. Починаємо розуміти, чому ми услышали Гагару, якщо на сцені одна людина. Ми услышали Гагару з Ігорем. Так, ми бачимо, що з випередженням графіку у нас аж 4 члени жиї вже на ногах. А що ж, помінялися місцями Андрій з Володимиром, з Олексієм та Іриною. Це було варто випробувати. Ну що ж, не максимум, але близько до нього. Ми слышали Гагару. Дякуємо вам і продовжуємо.